чеченцы, ингуши прошли огромный путь, и из малоизвестного кавказского народа они превратились в фактор международной политики. Это крупная сила, которая заставила о себе на протяжении последних 25 лет говорить весь мир, не говоря уже о России. Это люди, которые известны. Хорошо или плохо, это другой момент, но известны. Не только в Москве, но и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Они живут всюду. Они включены в мировую политику. Они ногой открывают двери в кабинеты очень высоких офисов на международном уровне. И они заставили считаться с собой тоже в совершенно разном ключе, тоже в совершенно разных политических направлениях.